Всем привет! Алексей Халецкий на проводе, и это значит, что вы смотрите канал Лёша Играет, а впереди вас ждет сетевая партия в Sid Meier's Civilization 6 с режимами варварские кланы, корпорации монополий и случайные технологии. Я решил сыграть не за самую сильную цивилизацию, зато с приятным музыкальным сопровождением, за Грузию. Кстати, рейтинг цивилизации про Грузию я делал, ссылка на него в описании в прикрепленном комментарии, тоже посмотрите. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников. И хочу напомнить, что спонсоры канала все серии видят сразу в плейлисте, ссылка на который опять же в прикрепленном комментарии и в описании. Большое спасибо спонсорам канала за поддержку. Благодаря вам все еще хочется продолжать что-то выпускать. А всем вам приятного просмотра. Все, геноцвали, я пришел. Давайте немножко гамарджобы устроим, да? Зато у меня в столице есть ресурс вино. А у тебя есть? У меня есть немножко гамарджобы только. Не хочешь, Челине, немножко гамарджобы? Ну, я никуда не пойду, нормально. Там озеро. Что-то влияет. Вот это чудо, очевидно. Вот тут какое-то чудо находится. Которое дает науку. То есть, в принципе, тут вообще через веру спокойно можно играть. Какие строители. Так, разведчики. 4-4. 3-5. Это все-таки разведчика хочу. Нет, можно не ставить. Да. Не залучивать. Так, ну, тут у нас не случайные техи, так что... Ничего. Табацкури. Не знаю, пустыню не хочу, хотя можно подумать, например, про пантеон на соседство пустыни. И вообще поисследовать тут действительно, давайте, наверное, поисследую. Тут вполне может быть город на под Петру неплохой. То есть вот ставить прямо пока на благовоние выглядит. Прям вот на благовоние хреначить. И если я Петру урву, то очень неплохой город получается. Пока. Так, ну там троица скаут. Я думаю, что я это чудо первым все равно найду. А, слушайте, а мы с ББС или нет? Без. А, то есть у нас прям... Я понял, у нас прям хардкор. Лютый. Да, у нас тут не будет... О, у меня клан варваров серая крыса. Звучит не очень. А у меня песчаный змей в снегах. Задуши его. Да, в снегах-то пускай будет. Да выведи карликового хай-халуда и катайся. Ну, карликовый, потому что в снегах, а не в пустыне. Потому что в снегах ты вряд ли сможешь. Он там нажрался так. Так, пошли чудо откроем. Йосемити. Ну, наверное, постою даже так вот в защите, пускай они меня сами поатакуют. Так, в чем и речь? Так, что он тут? Ух ты, еще и две лошади, вообще охренеть. Так, ну я бы, наверное, вот эту лошадь сначала купил. Слушайте, а старт у нас какой? Что-то выглядит как будто очень стандартный. Стандартный, блин. Что-то у меня очень много картинок прям насыпало пока что. Так, я еще стою в защите. Сюда давайте. Тут явно где-то вот сюда я хочу город ставить под Йосемити. Давайте астрологию даже сразу открывать. Или подождите, я поспешил составить. Нам надо... О, здорово. Точнее, бонсуар.
Так, вот так отойду. Так он может только одним атаковать. Все равно может убить, да? Слушай, ну ты же снизу пришел, я думаю, у нас не будут проблем. Вряд ли нам эта пустыня как-то нужна, типа. Наверное, не будешь прям ко мне туда вселиться, нет? Прям в пустыню? Нет, зачем? Ну, поставь. Я вот, наверное, вот сюда поставлю. Сейчас я тебе покажу. Вот сюда, видишь меточку? Очень далеко от меня. Ну вот, я думаю, что дальше вниз я больше не буду ставить. Блин, убил все-таки. No good. Так, строитель-поселенец. А я точно... Нет, давайте, знаете что? Давайте все-таки горное дело, чтобы камень обработать. Я, наверное, обработаю рис, лошадей, камень. Пока так. И вот после горного дела давайте астрологию и потом ворошение пойдем. Нам религия тут точно нужна. Да, потеря юнита... Неприятно. Выглядит, что вот здесь город надо ставить. Ну, естественно, первый город я сюда поставлю, а не сюда. Так, давайте, наверное... Не, давайте тут, наверное, исследуем. Еще пустыня. Блин, может мне пантеон реально на пустыню взять? Ну, соседство пустыни для... священных мест. То есть здесь нормально будет, здесь нормально будет. Тихий лис. Боже. Пять. Мы точно без всяких модов играем? Это какие-то странные россыпи ресурсов. Типа я нашел место, где просто вместе рядом находится 5 сахара. Нормально? Нет, у меня все моды выключены. Даже не скачано ни одного. Прикол. Повезло. Сахар. Или удвоенный. Я пока не буду вроде. Давайте удвоенный пока разведки возьмем. Ой, это будет больно бить. Пойду сюда пока. Перепрыгнуть туда вверх, посмотреть. Там явно конец карты уже. То есть сверху у меня точно никого не будет. Снизу француз. Блин, да, тут, конечно... Очень странная карта. Ну, точнее, как мне классно. Слушайте, какие у меня способности вообще? 100% веры в течение первых 10 ходов после объявления войны за протекторат. Это очень редко, мне кажется, будет. Каждый вас посол в город-государство с вашей доминией считается за 2 послов. А когда вы выберете устремление... Ну, это в Золотом веке. Так, да, отходим, чтобы этот прачник не мог меня атаковать. Полканчик начинает раскочегариваться. Как бы вот тут посмотреть еще, да? Так, Тбилиси. Ну, мне надо мастерство открыть. Вот эту карточку Агога поставить. Мне надо тут точно кучу юнитов сделать. Потому что ощущение с этим и этим лагерем будет очень тяжело. Да, наверное, пока так оставлю. Тут нужно производство, поэтому калорис обработаем, потом лошадей, потом камень. Тут нету сразу городов-государств, поэтому я вряд ли кто-то в начале куда-то вырвется. Я начал посела, но я когда поставлю карточку, то есть я 3 клетки обработаю, я, наверное, переключусь сразу на создание юнитов.
Да, надо тут смотреть, потому что я не вижу, куда тут еще город ставить, например. Что, холм? Геотермальное поле на холме. Ну, в принципе... Этот побежал сообщать обо мне уже. Сейчас еще какие-то юниты придут меня нагибать. Так, ну и камень надо обработать. О, пчеление здорово. Здорово. Это твоя пустыня, что ли? Ну да. Из-за тебя нам тут насыпало. Кстати, когда есть Египет с пустыней, прям жестко. А что там у Египта на пустыню? Разве какие-то бонусы у него? Нет, просто Египет пустынный. Просто Египет в пустыне жестко, да? Что? Я к тому, что именно пустыни по всей карте начинают спавниться прям в реальных количествах. Египту, вон, я смотрю, реки нужны, а не пустыни. У меня реки тоже есть. И вино даже. Знаменитое египетское вино. Абу вино. Что это за баг от стека? Может быть, это особенность, типа ты можешь проходить сквозь моих юнитов. Клёш уже лошадей обрабатывает. Звучит двусмысленно. Это стишок есть такой. Если бы я имел коня, это был бы номер. Ну, старый, блин, думаю, просто у меня знают. Появился вот этот клан варваров в 4-м радиусе от столицы. Что делать? Кто-то знает, как действовать в такой ситуации? Что? Юниты строить? Что? Чем это отличается от того, как варвары просто появляются? А может быть своя личная ГГшка? Так, давайте-ка эти глянем на... Кстати, да, интересно. А, Египет. О, круто, всегда открываю чудо, когда астрологию изучил. Этим же ходом. Всегда так делаю, да? Сегодня везение на твоей стороне. Чё, слушайте, ты пытаешься так, закошмарить скаутом? Блин, стопудово тогда пантеон на пустыню заберет Египет, между прочим. Так что, может, мне что-то другое думать? Меня бесит в этом обновлении, что когда ты варвар... Мы так по голде идем уже с Ацтеком, с Лешей. Прям ровненько. Когда ты варваров подкупаешь, видно, кто подкупил их. Зависит от деятельности. Кстати, а что тут у них купить можно? Воинов? Ой, блин, я не хотел их нанимать. Я хотел тут посмотреть, что будет. Тоже воинов. И то воины. Тогда ладно. Так, мастерство. Я уже дострою один ход, да? Давай, повинность, ранняя империя, международная торговля. Там апнем. Так, сюда идем. Я сюда буду город ставить, точно. Это прям 100%. Ну, пока в раннюю империю. Не знаю, я тут я не могу никак ускорить получение пантеона, только если, может... Ну, мне кажется, Египет уже взял.
есть Египет тут, француз, видимо, тут, так? Хотя я... Или тут? Видимо, вот тут Египет. Египет, хочешь прикол? А я выжил. Слушайте, а Египет это ты сверху, а француз снизу или наоборот? Или варвары, Леша такой, типа, недоумение, что происходит. Не, я престиж ваш вижу, не могу понять, какой это город. А, ты снизу? А, Франция снизу. Каменный коршун. Да. Да, я думаю, пантеон на пустыню. А можно слухи посмотреть? Бог ремесленников. А этот богиня земли. Ну, богиня земли это на престиж. А бог ремесленников это, по-моему. Ну, это не на пустыню точно. Ну, вообще на пустыню беру. Норм. Может, мне тогда в Тбилиси начать уже. Так, какой у нас ход? 18-й. Какие у нас там способности еще раз? Но мне нужна религия. Я думаю, что надо бы построить все-таки священное место. То есть вот здесь. В Тбилиси. Будет, правда, плюс 3 всего лишь. Блин. Надо уже сейчас решать. Же тут плюс 5, но очень жалко эту клетку убирать. Лучше что здесь. Караван на деньги не в кого пускать. Нет ГГшек. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, зачем лайк и оставь караван? Комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Постою, пускай он меня... А, давайте вот сюда отойду. Вот так сделаю. Я успею вообще религию? Франция и Египет тоже уже. Не, ну Грузия без религии вообще грустно, тем более, что у меня тут есть. Как ее набивать? Просто я думаю, смогу ли я в золотой век выйти вообще? Успеваю ли? Потому что у Египта 6-3, это значит, что у него города больше по размерам. Ну, легенда пустыни. Плюс 3 будет. Ну, просто у меня так выглядит, что у меня будет довольно много
этих священных мест именно легенды пустыни, в которых будут работать. Меняю сейчас на производство, и тут надо будет проектик почитать. Ацтек, привет. Не хочу просто, чтобы он пришел тут мне грабил. А где ты меня нашел? Ну я вижу твоего юнита. Я не знаю, почему не зачиталось, что мы тут можем встретить. Мы же сейчас на следующем ходу. Да, наверное. Так, а у этого, кстати, что он... Тоже воины. Вот теперь официально привет. Привет. Блин, вот будет не очень удачно, если он сюда встанет. Да, ё-моё, чё так... Тяжело проходить-то. Не хочу добивать, потому что это подойдет, меня ударит. Тоже неприятно будет. Так, этим стоим. Тут, пожалуй, каменную кладку, что стены. И здесь меняем плюс 5 к варварам. И просто... Этот производство. О, один ход, отлично. Главное, чтобы этот придурок сюда не встал. А он может встать, на самом деле. Я даже... Очень большая вероятность, что нет, не встал. Отлично. Достраиваем священное место. Проектик проведем. О, а можно так просто их уничтожать, типа? Ну да, вообще-то. Я тебе больше скажу, если ты поставишь город ближе, ну, три клетки и ближе, то они не будут превращаться ни во что. То есть это как обычные лагеря варваров, только, ну, с определенными еще бонусами. Я думал, типа, их нельзя уничтожить. Mm-mm. Тогда норм. Ты когда в них заходишь, ты можешь их либо уничтожить, либо снять деньги с них. Но они же не пропадают, да, навсегда? Эти пропадают, если ты уничтожаешь, все, пропал. Но он где-то в другом месте может появиться. За уничтожение дают те же самые 3 очка эпохи, как вот в обычной игре. Не дают. Дают, почему? Мне давали. Мне не дали сейчас. Может, он далеко от твоего города? Да нет, прям под городом. Я вот прям Блин, ну вряд ли он священное место разграбит или разграбит. Если разграбит, будет фигово. Давайте-ка мы подставим так скаута, лучше пускай он его проатакует, я надеюсь. Чтобы клетку выкупить, но пока рада. Блин, и это неплохая. Вообще в Юсимите ничего не хочется вырубать, ставить какие-то районы. Да, точно, они поменялись местами. Вот дебилы. Я хотя умно, с другой стороны. Так, этого добиваем. Если я обстреляю, больно будет. Блин, 5 ходов. Что-то как-то я не успеваю в религию. Так, предложение. Отлично. Не должен убить этого прачника.
Так, каменная кладка. После каменной кладки давайте обработку бронзы. Храм Артемиды мне негде строить. Блин, и Египет там проекты читает. Блин, я не успеваю, похоже, два хода. До конца четыре. То есть у меня появляется пророк. Не, наверное, все-таки смогу основать религию. В конце будет интересно, сколько городов государств осталось. Сходим, глянем, что тут. Меня больше волнует, смогу ли я поставить больше двух городов. Челиня, какое верование будешь брать? У тебя забрать трудовую. Почему у меня? Ты трудно трудовую читаешь. Уверен? Ну, думаю, да. Так, вот сейчас он меня убьет, если я буду атаковать. Поэтому, наверное... Так, встану. Еще раз. Ух, тут мне тоже клеточки улучшают, я смотрю. Так. Ну, здесь где-то вот сюда, наверное, надо ставить будет. Кстати, они там кого-то встретили еще? Да, Египет кого-то встретил, а Франция больше никого. Ну, может, тут никого нету больше? Может же такое быть. Ну что, трудовую мне брать? Так, Грузия, конечно же, православие. Ну, в принципе, у меня там неплохие соседства за счет будет, правильно? Но и накорми мир очень неплохие. Ну, я давайте трудовую дисциплину. Оно, наверное, накорми мир возьмет. Вот Египет точно накорми мир. Надо ли мне защитить? Я думаю, межкультурный диалог, всемирную церковь или церковную десять. Давайте всемирную церковь, не знаю. Я что-то на деньги брал. Теперь, я думаю, пора и на культуру. Я понимаю, что здесь вообще будет плюс 6, но я хочу из этого города построить. Поэтому... Я все равно не выхожу в золотой век. Так, а что ж мне можно сделать вообще? Блин. Вообще никак, да? Эх, пак.
А кто там Челиния встретил? Мы никак не встретимся. Ты там вправо от него не идешь? Я вниз иду. Да. Блин, одного очка не хватает для золотого века. А вот и вот это одно очко, которого мне не хватило. Ну, ё-моё. Я бы мог покупать посилов за веру. Вместо этого я буду... Так, у нас уже сколько прачников, кстати? Еще один строится, да? Давайте, наверное, открою стрельбу, потом письменность. Да, печаль. Просто злая печаль. Я бы, кстати, наверное, даже не этот город сначала ставил, а этот. Так, давай повинность 3 хода. Поэтому я думаю, после прачника давайте... Не, вообще у нас карточка стоит на юнит, и поэтому после прачника давайте одного копейщика сделаем. Или двух воинов лучше, ладно, двух воинов. И потом поставлю карточку на поселенцев, придется, да, блин. Так классно религию получил. О, клуб обычного века. Как это я сейчас лучника? Блин, какой-то прикол у меня. Я внезапно в один ход... Было написано 2 хода открывать лучников. Я прям в этот ход и открыл лучников. И получилось, построил его. Такого еще не было ни разу. Интересно. Все, место не мне понравилось. Тоже желание после того, как я не вышел век. Так никто не вышел, блин. Ты видишь? Мне одного очка не хватило. Мне тоже 18. Причем я остановился в соседней клетке, этот, руинка была. Вот мне одного хода не хватило, собственно, ее взять. А мне нужно просто было сфинкса построить, типа, и все. Я не Причем, типа, я начал веру, типа, там, да. Специально. Угу. Так, чего, так кто вылетел-то? Я вроде как. Ладно, постоим, пускай человек по атаку. Человек с очень ужасным ником. Играем без Путина этот? Но это тоже. Так, как присоединиться? Также по ссылке. Вот здесь будет рабочих руками будем строить. Плюс 6 просто. Кстати, я думаю, может здесь тогда какую-то и... А кто-нибудь вообще есть на континенте Новопангея? Я на Новопангее. Француз на Новопангее. А как получить озарение политической философии? Никак получить? Уже никак, да. Тут придется так открывать. Кстати, их рост зависит от еды вокруг. Я так понимаю, что вот эта фигня вообще не будет расти. Я просто сказал, что у нас столица уже влево клеток на 20 ушел. Никого не вижу. Ну, может, ты идешь как-то. Ты, если будешь идти дальше налево... А мне идти больше некуда. У меня один проход.
Ну, не знаю, мы с французом на Новой Пангеи точно. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно выйдет завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.